перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Руслан до спуска залузганных чувств, но хуй с ней с капуст. Щербаков, переулок, дом 2, дублирую, квартира 1. Он обещал Мирону не пить, а мне обещал, что мы с ним нахуяримся сегодня. Соответственно, мы поэтому здесь. Мы трансляция. Так, а ты с кем? Из команды, с кем-то, чего, блядь? Народ, да, мы в Питере, быстрее. Что там происходит? Что там происходит? Кому сейчас будет нормально? Лео Майл, Сидней, Москва. Вот, ты что, воняй сигаретами, открыть? Воняй сигаретами. Так, отправил запрос на участие в вашем прямом эфире. Да, хуйня, да? Мы не принимаем. Маша, здорово. Маша, объясни, пожалуйста, ты у нас не из Санкт-Петербурга случайно? Очень похоже, ебать. Да, такое есть. Есть некоторое ощущение, что вы из Санкт-Петербурга. Короче, подгоняйте, блядь, по адресу. Куда? Ты написал адрес? Да, написал. Где он? Щербаков, переулок, дом 2. Где написал? Вон он. Чуваки, подгоняйте по адресу, будем слушать дискотеку «Аварию» и пить пиво. Салам, 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 привет, привет, все передают. Они только зашли, Кирилл. Hell mail, пацаны, hell mail, нахуй. Бля, да рок, пацаны, нахуй. Нет, Маша не со спадарка. Там Боб на связи. А там Боб на связи, нахуй. Эка, раз, сука, как... На распашку одна. Ты можешь тебя сим высоко. Придумали. Еще народ? Да по хуйне, вот чисто вот здесь вот, короче. Вот здесь вот нахуй. У нас тут есть, мы сидим чисто, блядь. Сама тьма чисто, сам Огил. Люцифер, сам Люцифер нахуй у нас сидит. Огил нахуй. Вообще пиздец, блядь. Линзы, брат? Я здесь, да? Так, Воронеж тоже на связи, Кирюха. С тобой Воронеж на связи. Воронеж, нахуй, задач. Я беру камеру просто сейчас. Вот. И буду тран. Это... Чё это? Хамбл? Это Тирепс. Yeah. Тирепс, салют, хэлл мэл, нахуй. Зима стек, йоу! Эй, мой родной, сатаны! Салам, 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 Артур! Салам, земеля! Не-не-не, пацаны, давайте лучше... Набиев тебе пишет, был 19. Завтра приходи ко мне смотреть сериалы. Просто гляни пару эпизодов и все. Ну а если пойду, покажется мало. Осталось твоя. Ты потерял. Так, народ, ну кто с Питера запарили? Давайте быстрее. Адрес написан, чуваки, камон. Да. Мы тут тусим вовсю. Элмэл. Эй, он тебе не сынок, слышь, за базар ответишь, братишка, нахуй. Какой сынок? Это Кирилл вообще-то, нахуй. Блин, Хадыжевская.
Нормально. Чувак, бля, вообще, лучшее название города. Лучшее название города, по сути. Четвертый этап нахуй прошел. А ты как думаешь? Только что, блядь, прошел. Прям сегодня, нахуй. Мы после батла, после чуваком чилим, ёпта. У нас реванш был. На этот раз дом я разъебал. Я опять 3-0 въебал. Так. Кирюх, брей бороду, говорят. Завтра приходи ко мне с моими сигналами. Просто глянем пару эпизодов и все. Ну а если пару дней покажется мало. Мусоров туда уже вызвал. Пошел нахуй, Сойер! Пошел нахуй! Это что потом Сойер написал? Че, Соня, хочешь залететь в трансляцию? Хрень полная. Это полная. Как летай, залетай. Как летай. Пау-пау-пау. Давайте, быстрее. Кто с Питера залетаем сюда, мы комментарии на... Не, самая главная информация, это что с алкоголем надо залетать, а так и смысл. Да, в принципе, я думаю, у нас набирают. Кто-то хочет. Это провал. Так, ребята... А думаешь, это в рэп-перископ залетит? Господа оксимироновцы, не защитите за... Детка, твои джинсы, что-то есть для меня. Не дай бог это попадет в рэп-перископ, я буду психовать. Мне кажется, трансляцию, они уже пишут, скорее всего. Мне самое главное, чтобы после этого батла не организовалось, типа, как всегда, пьяный Энрей сказал, что... Не, я Сарин. Сарин, да. У тебя же А, значит, да. Я один раз только попробовал, короче, в инсте запилить трансу, я обычно ВК пилю. Потому что я в мод не балую. Сегодня типок за это батлю. Сегодня типок был на батлю. Кирюх, что по печени так бухать? Детка, в твоих джинсах что-то есть для меня. Знаю, в твоих мыслях что-то есть для меня. Смотри, ты знаешь, смотри, Сережа, знаешь группу Пионер Лагерь Пионер Радуга? Нет. Обалдеть, ты знаешь ее? Так, Пандропа Молодой Буковский. Северная салют! Это сильно, это сильно. Кирюх пишет. О, это мой братишка из Нижнего Новгорода. Салют, пацан. Базару нет, салют Нижний Новгород едет. Так чё, блядь, кто с Питера заебали? Он переключить хочет? Нет, я просто чекать хочу. Нет, Кирилл хочет переключить этот голос. Я знал, что ты переключишь его. Прожигают на след. Сегодня мы двух разных клиентов слушаем. И люди проживают вместе. Ну это последовательность машинальная. Давай будем. Люди прожигают печаль, что пожинают печаль. Но люди пожинают печаль, печаль сжигает начальник и пожимают плечами. Люди что там находят слова? Ходят психотерапевтом, заводят собак. Эй, люди снова знакомятся, как будто ни в чем не бывало, не сходят с ума. Стоп, из-за диакомино. И заменивают разъемы одинаковые. Разъемы одинаковые. Стабильная путь. И мы никогда не знаем, что потеряли. Да, Стас? Бля, это... Но тоже твоего лица теперь коснется руками. Впереди водоворот, я ради меня. А, блядь. Во втором он сегодня пиздец меня против. А по мне сделал бы. Ой, это что? Больше все, что целостно и целесообразно. Делится на праздность, целится гораздо. Цепятся на раз-два. Разных одеяний, когда теряют лицо. В доме есть хозяин, он выселяет жильцов. Да, смотри, я могу приехать, у меня целый холодильник бухла. Да, приезжай, брат. Быстрее. Сюда. Срочно. Сюда, чувак, я адрес прикрепил. Целый холодильник бухла нам не помешает. Сюда. И мы никогда не знаем, что пробухали. Впереди водоворот. Я ранимый, не снимай с меня кикиновый покров.
Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Впереди водоворот, держите меня, сними с меня хитиновый покров. И мы никогда не знаем, что потеряем. Впереди водоворот, я дорогой, не снимай с меня хитиновый покров. Но кто же твоего лица теперь коснется руками? Знаешь что, Кирилл? Было и было. Жемыскокинес. Так, угорая, я вообще не с Питера. Ну ты, короче, бля, у тебя подписчики пидорасы, ты знаешь? Сейчас будет лютая хуйня. Поехали, нормально флексить, короче, сейчас будет нормальный кислый. Ой, бля, я знаю, это же руки вверх. Конечно, это, нет. Привет, Казахстан, тебе пишут. Да, Эмрейш, не жалеешь, что не Умирона в тиме? Нет, ни капли, братан. Это же этот, блядь, Иванушки Интернешнл, да? Девушки бывают разными. Брат. Девушки бывают разными. Черными, белыми, красными. Я шарю за эту хуйню, прикинь. Ебать, я старый. Окси, где Окси, пацаны? Где Илюха чуваки? Сейчас Окси вернется из туалета, короче, будет все нормально. Он в карасы поехал. Меньше бухай. Нет, не меньше. Подержи. Давай. Вау! Меньше бухаешь теперь, братан? Нет, я уже отвечу, что не меньше. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется, но черт не будет заморочиться. Это же рага чистая. Микси топ? А, да, блядь, микси топ. Чуваки, топ это огел, короче. Я не знаю, короче, не буду отвечать на ваш вопрос. Так, стало интересно, сколько вы выпили. Братан, а сколько мы выпили? Да, кстати, немного, ну хоть и хуй знает, да. Достаточно. Заебись, жду Окси. Как вам последний батл? Чего? Последний батл вообще, когда он был-то нахуй? А, сегодня вышел Брани. Последний батл, который я сегодня видел, это Мовец Согил, короче. Короче, Мовец сделал хуйню, но всем понравилось. Да, наверное, ну кроме нас. Он сделал хуйню, я его рот ебал. Кроме нас, братан. Мы пиздец топили за тебя, родной, ты чё? Ногой. Кто-то пишет чертила. Бля, я даю... Джесси Николаер 0309. Так, где Мирон, говорят? Вот же. Это, вот Окси Мирон, как бы. Вот, да, как бы знакомься. Подтверди, что ты Окси. Федоров Мирон Янович. Не, ну как бы у меня тоже есть еврейская кровь, но я не знаю. Он сейчас чуть не психанул. Йоу, все, кто считает, что победил Мовец, отсосите мне хуй. Не понял, да ты понял, да, отсылку? Бля, жестко. Да, блатнем. Я слышу, летай, пишет, здорово, бандиты. Летай, ты салют, где? Салют, брат, hell mail, пацан. Даня. Чё за миксы на минималках? Пошёл нахуй. Да. Пошёл ты нахуй. Миксы на минималках пишет, что-то Мася как? Пишет. Какой-то пидорас, братан. Давай, поясни. Кто это пишет? Набиев, братан. Набиев, лучше б тебя ебало набили, блядь. Хуйна твоя рожа. Хуй сосишь. Бля, братан, это все в твоей трансе. Я сегодня не в настроении, блядь. Это прикинь, тебя транса? Скажи мне еще что-нибудь. Что за тупой закос под миксе? Что за тупой закос под миксе, говорят? Тебе говорят, что ты тупой закос под миксе. Я бы их отпиздил, честно. Я бы в твоем месте каждого бы поймал и отпиздил. Я сейчас в экран залезу, блядь. Бля, ребята, не туда нахуй. Тупой закос под миксе. Это дизастер, да. Вы долбоёбы или как? Вы долбоёбы, скажите. Ну, как с вами еще общаться? Как вы долбоёбы? Миксе, блядь! Да вы заебали! Короче, Кирюха, да все, я теперь в голубятни, чё вы не поняли? Нас заменили, блядь! Алло! Миксе, все, Миксе исчез, теперь я в голубятни.
Получается, пацаны. А есть сигарета у кого-нибудь? Стас, подержи. Есть. Серега, есть сигарета? Посмотри в мои руки. Стас танцует и камеру держит просто. Чухаешь, да, как меня колбасит? Что там еще пишет? Хочешь сдохнуть? В каком городе еще? Блять, мы оставили ссылку. Мы сейчас в Питере находимся. Кирюха тут. Все. Алтынбек, братан мой. Жалкая пародия на миксе, да? Жалкая пародия на миксе тоже здесь. Соси, хуй, блядь. Соси, хуй. Так. Блять. Оставили ссылочку. Червяков. Я так называют, брат, не знаю почему. О, всех снимаю. Все, что происходит в этой трассе. Казах, ты в третьем этапе выиграл? Они спрашивают, выиграл я в третьем этапе или нет. Enrage, он в третьем этапе у нас был реванш с Enrage, типа. И, короче, он разъебал меня 3-0. Ну, типа, блядь. Он пиздит. Режим, короче, понял, сделает реванш. Типа, несправедливо слил Стаса, короче. Радо же подтвердил это. Да, даже Радо подтвердил, что я слил Стаса, и поэтому у нас был реванш, он... Почти что так. Так. Почти. Хорошо. Так, вечер. Вечер хату. Часик в радость. Часик в радость. Господа, в большей степени леди, мы, значит, адрес указали. Мы находимся в городе Санкт-Петербург. На улице, дом 2, квартира 1. Можете в любой момент подойти, но предварительно возьмите какой-то с собой. Это было для потешности, Кирилл. А сейчас это перелож... Пал... Слушай, тут примерно минуты две мое ебало, а тут пишут... Пауза. Здорово. Как тут найти, типа, чтобы... Да, здравствуйте, это Кирилл Андропов. Кирилл Пандропов, это панч-машина. Ты решил... Ну, вот. Типа... Всё! А с ним есть кони? Должны быть. Наверняка здесь где-то есть. Как видишь, я обратила внимание, что мог гостить. Привет с Бурятии! Кирилл, привет с Бурятии тебе! Салют, Микси! Фактор... Тебе привет! Так, ну народ, давайте быстрее организовывайте, вылагайте жестко. Мы, оказывается, лагаем жестко. Кирилл, что, можешь тормознуть трансу? А можешь? Там. А, давай перейди с тобой. Лично в последний раз Кирилловский блок, дави меня душой в люстра. Буду гнить на зло, боль носит и грязным мурым пятном. Все, что мне от тебя остаться. Короче, йоу, чуки, адрес записали, если что, подгоняйте, звоните, опишите директы, типа, блядь. Я его смог. Бля, я понял, может, понял.